Торжественная церемония вручения сертификатов проходила в музейной гостиной на исторической площади. В рамках трехстороннего соглашения каждый год выделяются средства на оздоровление работников той или иной сферы. Вручать в этот день именные сертификаты работникам культуры должен был глава Дмитровского муниципального района Валерий Гаврилов. Но, увы, выездное заседание Московской областной думы, которое в этот день проходило в районе, внесло коррективы в рабочий график главы. Данную приятную церемонию провела заместитель главы Елена Виноградова. Так получилось, что совещание, к сожалению, еще не закончено. И оно касается жизни нашего района. Поэтому Валерий Васильевич просил извиниться. И, конечно, очень хотел, чтобы сегодня быть с нами. Но мысленно считайте, что он с нами. Елена Виноградова заверила всех присутствующих, что поводов для переживаний никаких нет. Крымские санатории и пансионаты полностью готовы к курортному сезону и ждут наших работников. Отправятся наши бюджетники в Сакский район Республики Крым, где совсем недавно уже побывали представители нашей администрации. Никаких проблем возникнуть не должно, утверждает Елена Виноградова, ни с водой, ни с другими коммунальными услугами. Поэтому очень хочется, чтобы вы все отдохнули эффективно. Вот есть такое сейчас слово эффективность в работе, а мне хочется, чтобы вы отдохнули все эффективно, потому что действительно нам приходится сейчас работать слишком много. Какое бы мы направление деятельности с вами ни взяли, творческое, научное, ну потому что в этом направлении культурно-познавательное, и в каждом направлении все время от нас с вами ждут чего-то необычного. В этот день в музейной гостиной обладателями сертификатов стали 18 работников культуры. Среди них Светлана Бычкова и Андрей Куманов, выступление которых можно увидеть на каждом городском празднике и мероприятии. Зинаида Злотникова, директор района межпоселенческой библиотеки, и многие другие представители сферы культуры, которые вложили немало сил в ее развитие. Конечно же, по желанию люди могут поехать не только в Крым, но и в другие санатории. Многие из тех, кто был награжден в этот день, совсем скоро отправятся на отдых, а кое-кто уже отдыхает на побережье Черного моря.